анонс и точная дата выхода третьей серии нового российского сериала «Пассажиры». Третья серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 30 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как семейная пара оказывается на заднем сидении необычного такси. Водитель утверждает, что супруги умерли и должны совершить переход в иной мир. Девятиклассник принес оружие в школу. Подросток настаивает, что он не хотел никого убивать, так что держит его в этом мире после смерти. Это предстоит узнать уже в новых сериях сериала. «Пассажиры» – это новая мистическая драма с Кириллом Кьяро в роли необычного водителя такси. Стать клиентом Андрея непросто, ведь сначала нужно умереть. Его пассажирами становятся лишь те, у кого остались в прошлом незаконченные дела. И пока они не откроют водителю свою душу и не осознают, что их держит на земле, такси будет продолжать свой путь. Напомним, третья серия сериала «Пассажиры» выйдет на интернет-площадке Star.ru 30 декабря. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.